закончил АГУ, физико-технический факультет. По найму работал инженером. Возникли технологии новые по освещению. На основе этих технологий возникли идеи. Начали работать в этом направлении движения. Вначале это было как хобби. Начинали мы с моего служебного кабинета. Потом мы сняли небольшое помещение. Когда у нас начали поступать уже настоящие коммерческие заказы, вот, работали по вечерам, иногда даже ночью ходили. Оборудование в нашей сфере первоначально – это паяльник. Паяльник, шуруповерт, дрель, заклепочник. В конечном счете это вылилось именно уже в бизнес, в производство. На сегодняшний день мы охватываем сферу школьного освещения, сферу медицинского освещения, но не специализированного, а общего назначения. Сфера ЖКХ, дорожная сфера, сфера промышленного освещения, ну и также архитектурного, на широко представленной линейке. Появилось оборудование новое, которое сейчас привело к тому, что производительность увеличилась несколько раз. Вот. Штат сотрудников увеличился. На ближайшее время у нас по планам выйти на федеральных, там, где идут закупками уже как большими объемами, но по более строгим правилам. Коронавирус, ну, пошел нам на пользу. Мы остановились на неделю само все производство, вот, но не остановили отгрузки именно. То есть те контракты, которые у нас уже были подписаны, где мы держали обязательства, мы их выполняли. По самой работе, по самим контрактам у нас, получается, Россия немножко просела. Да? То есть как бы пандемия затронула всех, заказы немножко снизились. Но нас спасла соседняя страна, Казахстан. У нас там были долгосрочные контракты, и мы как раз в этот период начали делать. С финансовой точки зрения, да, то есть мой год окончил по сравнению с 2019 годом выше. Я сейчас просто уже понимаю, что предпринимателям ответственность большая, колоссальная. Ответственность не только за себя, не только за твое дело, но еще и за тех людей, которые работают вместе с тобой. Ты продумаешь уже не только те шаги финансовые, экономические, но еще и плюс социальные. И поэтому, больше начинаешь погружаться в проблемы сотрудников. На данный момент это уже просто реально работа. То есть здесь уже отношение к такому, как что сделали, не сделали, нет. То есть здесь, если поставлены цели, ее нужно достигать. Есть иногда ощущение, что как бы тяжеловато. Вот. Но с другой стороны, тут и работаешь сам на себя.